Ювілейний вернісаж у Харківському храмі Вар'єте. Напередодні галерея «Погляд», що розташована у холі Харківського театру мускомедії, представила на розсуд глядачеві роботи Василя Ганоцького. 5 років существует галерея «Погляд», і заслуженную художницу Чурсину сменил народный художник Ганоцкий. И это тоже немаловажно. Все больше людей, художников известных, изъявляют желание выставляться в театре оперетты. И это радует. Ну, сегодня мне нравится эта выставка. Понимаете, мне нравятся реалисты, мне нравятся люди, которые отдают частичку души в своих работах. Вот, и потому, посмотрите, здесь ни одной нет спорной работы. Все работы прекрасны. Здесь на этой выставке представлена небольшая часть моего творческого, как говорится, периода. Вот, работы, выполненные в разное время, вот, работы позднего периода, работы раннего периода. Но что хочется сказать, что здесь это проявляется в основном не самая основная, конечно, часть моего творчества. Здесь выставка, она небольшая, она камерная. Вот, приурочено здесь, можно так сказать, и больше нашему самому прекрасному коллективу, или, можно так сказать, этому театру. Натюрморти, портрети, пейзажі. У кожному полотні не лише глибокий образ, окреме життя, насичене та різноманітне. Василь Ганоцький каже, що дуже глибоко відчуває природу, сприймає її, живе нею. І вона, каже автор, дає певний імпульс для розкриття творчих задумок. Робота «Гурзовський мотив, дівчинка». Вот. Эта работа, она писана, ну, была, так сказать, в этюдном варианте, когда я был на пленэре. Это был всеукраинский пленэр в Гурзуфе, где работали художники с разных регионов, допустим, с Киева были, харьковчане были, вот, были там Сум художники, все. Но был написан определенный, помимо тех пейзажных вариантов, которые мы работали над пленэром, все, было такое найдено определенное решение, вот симпатичная девушка. Гурзовський мотив чи не фаворит вечора? Саме цю картину виділила з-поміж інших полотен найменша відвідувачка Лілія Штонда. А що на ній тобі більше подобається? Тетя, і зонтик, і букет, вся картина. Некоторі грустні, красочні, яркі. Не оминув увагою гурзовські мотиви провідний соліст театру мускомедії Олексій Гавінський. Ну, я обратил внимание на то, что автор, художник, очень много внимания уделяет женской красоте, и поэтому, знаете, глаза разбегаются. Любая выставка – это, конечно, событие в жизни художника и, наверное, событие в жизни нашего театра. Почему? Потому что уже стало доброй традицией, когда в стенах нашего театра проходят вот, творческие какие-то форумы, выставки известных художников наших харьковских. Поэтому это здорово в любом случае и для зрителя, и для нас. Експонування живопису у приміщенні театру, на думку Олексія Гавінського, це найкраще поєднання двох видів мистецтва. Директор Харківської мускомедії Ігор Коваль взагалі переконаний, що живопис не може існувати окремо від театру. Тому що є таке поняття сценографія, і те, що ви бачите на сцені, це теж елемент, є художник театру. Здесь главный художник, художник-постановщик. Потому все это очень переплетено. Работа режиссера, балетмейстера, художник, художник по костюмам. Все это очень рядом. Насолодитись спільною роботою митців відвідувачі виставки могли вже за кілька хвилин після відкриття експозиції. Вот это мое, это то, что я понимаю, и то, что мне нравится. Потому
приходите в театр, в Харьковский академический театр музыкальной комедии и наслаждайтесь и спектаклями, и концертами нашими, и, конечно же, живописью прекрасных мастеров. Експозиція картин Василя Ганоцького триватиме у галереї «Погляд» ще кілька тижнів. Тож двері харківської музкомедії гостинно відкриті не лише для любителів оперети, а для усіх, хто насправді цінує велике мистецтво у будь-якому прояві.